Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Очередной вопрос от подписчика канала Артем Шмелев. Не знаю, был ли соответствующий ролик, но подскажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли ставить сигнализацию с автозапуском на авто с механической коробкой передач? Ведь в отличие от автомата, тут рекомендуется выжимать сцепление. Не ускорит ли это выход из строя стартера? Заранее спасибо за ответ. Ну, давайте разбираться с этим вопросом. Итак, друзья, я как-то рассказывал в одном из своих видеороликов о своем отношении к автосигнализации с автозапуском. Когда на вашем автомобиле установлен автомат, то как бы с этим проблем, как правило, не возникает. Дистанционно запустили двигатель, да и все. А вот когда механика, действительно, особенно если вы живете в каких-то очень северных городах, там, где температуры очень низкие, и запуск двигателя усложнен в зимний период времени, когда у вас там 30-40 градусов мороза, то, конечно же, друзья мои, тут действительно проблемно с этим делом. Особенно механика, действительно, лучше всего выжимать сцепление, потому что, ну, вы сами понимаете, что ничего хорошего в этом нет, когда запуск производится без нажатия педали сцепления. Действительно, тяжелее это стартеру. На срок службы стартера, конечно же, это влияет, но тут еще есть некоторые моменты. Да, если вы один ездите и вы привыкшие, знаете, что необходимо, к примеру, не устанавливать автомобиль на передачу, а утром, если вы вдруг случайно забыли свой автомобиль, к примеру, на первой передаче, а ваш автомобиль стоит во дворе, стоят припаркованные рядом автомобили, и пуск двигателя вашего автомобиля, даже если он не запустится, но стартером провернет, вы можете создать аварийную ситуацию или ударить другой автомобиль, а то и не только автомобиль. Может даже это привести к более серьезным последствиям. Потому что многие на зимний период времени ручником не пользуются вообще. Потому что ручник, как правило, примерзает. По этой причине, друзья мои, мое отношение непосредственно к сигнализации с автозапуском на механическую коробку передач негативное. На автомат, да, хорошо. Ну и, конечно же, друзья мои, когда на автомобиле установлен автозапуск, это всегда упрощает угонщикам их работу, потому что ключ иммобилайзера находится в салоне вашего автомобиля. Поэтому, конечно же, это упростит угон вашего автомобиля, если кому-то это потребуется. Вот такое мое отношение к сигнализации с автозапуском. Друзья мои, но это сугубо мое мнение по этому поводу. Свое мнение вы можете написать в комментариях под этим видео. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно все объяснил в этом видеоролике. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!